Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня экономическая игра Golden Land, где нам при регистрации дается бонус 150 коинов, и можно начинать без вложений. Значит, здесь можно выбрать язык. Видим много тут. Выбираем русский сразу. 150 монет. Подарок. Значит, а нас можно прочесть. Сразу идет автоматический перевод. Вот. Далее читаем новости. Далее статистика. Значит, последние 10 выплат. И здесь минимальный вывод, как мы видим, от 10 центов. Последние 10 депозитов. Минимальный депозит здесь от 1 доллара. Вот, кстати, я пополню. Ну вот мой логин, если я поставлю английский. Я пополнилась, сразу говорю, на 1 доллар. Но я ничего не покупала. Так, далее что у нас? Последние 10 регистраций. Как видим, я только что зарегистрировалась. Ну, после меня идут также регистрации. Статистика идет в реальном времени. Почему я пополнилась? Так как без вложений, скорее всего, не дадут вывести. Почему? Потому что я погуляла как бы по сайту, зашла вот здесь в пак. Вот я на саппорт нажала, да? И вот здесь вопросы-ответы. Потому что здесь вопросов-ответов нет. И я почитала сразу. Значит, нужно ли вкладывать в проект, чтобы заработать? Да, для активации требуется внесение средств минимум. Вот здесь почему-то в рублях, но тут, как мы видели, в долларах. Может, потому что русский язык стоит. 50 рублей. Минимальный депозит. Можно ознакомиться. Регистрация наипростейшая. Логин, имейл. Два раза пароль. Ставим галочку. После чего мы зарегистрируемся. Вход по логину и паролю. Я вошла. Авторизуемся. Попали в кабинет. У меня здесь 100, бонус 150 вот этих коинов. Так как я погуляла здесь и решила не покупать на 150 вот эту тыкву. И что? Вот здесь шоп. Меню. Значит, 100 монет тыква стоит, морковь 250. Я думаю, я добавлю как бы немного монет и сразу куплю морковь. Вот, потому что если бы я эту тыкву купила, я еще пополню, мне было бы как бы две этих тыквы куплено. Значит, шоп, покупаю. Вот это монеты, это кристаллы на вывод. Купить. Так, удачная покупка. Окей. Ну, далее идут тут уже за 500 вот этих монет по нарастающей. Далее ферма. Значит, здесь вот вкладочка урожай. Вот мне куплен морковь. Это здесь будем собирать. Сейчас кликну, посмотрим эрор. Так как я только что купила, естественно, я еще не могу ничего собрать. Далее, ну, поняли, что здесь как бы потом будем собирать. Ферма. Здесь у нас что? Ну, ПТС здесь, скорее всего, его не будет.
Здесь партнерская программа, находится реферальная ссылочка. Далее вкладочка вот здесь. Здесь меню и здесь. Это депозиты. Я пополняла Спайра. Курс 1 доллар равен 100 кристаллов. И плюс тут не вижу. Сколько это процентов? 20 что ли или 30? Я пополняла Спайра 1 доллар. Также Asset Pay. Тоже можно 1 доллар. И еще можно пополнять в тронах. Вот. Далее, что это вкладочка вывод. Кэхер. Но не кликабельный. Пайер. Далее. Asset Pay. Это обмен далее идет. Можно менять кристаллы на вот эти монеты для покупки. Кэшпоинтов тут нет ничего, как бы я вопрос-ответы там, то, что меня интересовало, прочла. Нет и не будет. Но будем надеяться, что так оно и есть. Значит, вот эти монеты. Нет, вот эти монеты меняем на эти здесь. Далее что еще здесь? А, бонус. Я же еще бонус не собрала. Значит, можно получить от 1 до 5 монет. Давайте получим бонус. Угу. И мне дали вот 1.70. 1 коин. Ну, вот как-то так. Так, ага. Это моя ферма. В настройках нет ничего такого. Только изменить пароль. Пароль – это выход. Это моя ферма, домашняя страничка. Ну, вот. Как-то так. Вот моя морковь. Кому интересно? Заходите, попробуйте без вложений, может и дадут вывести. Ну, не дадут, никто ничего не потеряет. Но я так поняла, что скорее всего, что не дадут. Попросят пополнить. Вот, на этом все. Наберу минималку, поставлю на вывод, как будет, что выводить. Как-то так. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. И не забываем о том, что любые инвестиции в интернет – это всегда риск. Пока-пока!